Ах, начинают. На подачах Володя, Юра слева. Бубух-бубух. 1-0. Ну, самый жесткий вариант. Володя играет правой рукой. И шипами. Шипами, Володя, у тебя сейчас? Володь, шипы у тебя сейчас есть? Чипнул, чипнул. И шипы есть у него. Так что вы смотрите. А? А нет, это без шипов у него. Вот видите, как уже 2-1 выигрывает Юра. Ну, конечно, он в темных очках производит устрашающее впечатление. Видно, куда он шарик пошел, да? Бу-бу-бу-бу-бу. 2-2. Ну, короткую не успел. Ну, не мудрено. Ну, кстати, и скользко еще по-прежнему. После вчерашнего дождя еще не высохло. Все столы просохли, только за первым столом у нас эта лужа дурацкая. Так, еще что-то. Это уже 3-2. Да, 3-2? 4-2. 2-4, значит, на подачах Юрий. Перепутали шарики и мячики. Два, четыре. Ух ты. Юра говорит, неожиданно для него было. 2-5. Рукой закрывает. Эх ты, хулиган какой. Не надо рукой закрывать, Юра. Подачу. Так, обманка, противоход. 9-2. 8-2. 2-8 тогда. Да, Юр, 2-8, ты на подачах. Отскакивает. 2-9. А, ну Юр уже готов был. По углам потащили. Меняемся сторонами. Первый сет сыгран. 0-0. Успевает, но коротко, но длинную по прямой тоже успел, смотрите. О! Ах, хотел он в левый угол, Володя, но не получилось. Молодец, 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 много хороших принял. Молодец. Так, 1-1, нет, это 2-0. 2-0. Это 3-0. Ох, ух. Ой, от... Соплю принял и соплю выиграл. Красиво, красиво, красиво. Надо не забыть, на 4-й минуте шортики надо нарезать будет. И сколько это по цифрам уже? 0-5. 6-0. А мы подсматриваем, как играет Володя технику исполнения этих.
7, наверное, уже. 7-0, как в народе говорят, сухая, но мы играем до 11, 0-8. 0-9. Десять ноль. 11-0. Меняйтесь на третью партию. Надо же третью проиграть. В смысле выиграть. Напоминаю, Юра играет в самом жестком варианте. Володя ракетку в правой руке держит и шипы. На турнире Володя играет левой рукой с шипами. А чтобы усложнить ему задачу, мы предложим ему на следующий турнир играть левой рукой гладкими с обеих сторон. Это повысит вероятность выигрыша у него. Какой счет? 1-1. Что-что? Два, один. 2-2. 3-2. Мамочка, и молодец, Юр, молодец. А вместо того, чтобы укоротить, он... 2-4. 2-4. Обманул, как он видит, Юра же, плечи его пошли влево, и шарик летит вправо. 5-5 не контролирует Юра направо, не контролирует правый угол. 6-2, да? Правый угол, левый угол и в правый. А в центр, а Юра вернул. Молодец. Левый, опять и левый, и сетка. 2-8. 2-8. Вот этот обманка, противоход. Замахивается, все думают, пойдет в левый угол, летит в правый. И так из раза в раз. Счет я уже забыл какой. 2-10, наверное? 2-9. 10-2. Ах, чуть-чуть не доделал. Отлично, молодцы, спасибо. Спасибо огромное за игру. Молодцы, показали нам много интересного.